сделанных в Китае. Вот эти знаменитые фотографии. Многие в интернете и в прессе до сих пор воспринимают эти фотографии как фотошоп, как обман. Я вас уверяю, фотографии реальные. Изображенные на них каменные диски, ну, что называется, лучше тысячи моих слов, один раз взглянуть на эти две фотографии, и, да, наверное, достаточно будет, чтобы вы согласились, уж больно подозрительно что-то эти диски напоминают. Значит, ну, человек, который находится рядом с этими дисками, вот благодаря человеку, который находится рядом с этими дисками, мы примерно можем представить себе линейные размеры этих находок. Они не больше 2 метров, ну, порядка там от 1,5 до 2 метров. Значит, в Китае, в провинции Хуанго, 9 лет назад, то есть, иными словами, история, о которой я сейчас вам поведаю, совсем мало времени. Это не история с тысячелетней загадкой, это не тысячелетняя история. Хотя речь идет о находках, возраст которых исчисляется, может быть, даже многими миллионами или десятками миллионов лет. Значит, в Китае были найдены несколько таких образцов, о находке, находка прогремела на весь мир. Но по непонятной тогда причине, она непонятна, в общем, и сейчас, о находках больше неизвестно ничего. Если кто-то из вас в интернете найдет дальнейшую судьбу этих самых каменных дисков, я ему буду очень благодарен. Но предупреждаю, скорее всего, он найдет много желтой информации. Самые невероятные фантастические сказочные истории о том, что эти диски распилили, в них оказались окаменевшие инопланетяне, и пластины, причем на древнекитайском языке, с иероглифами, на которых описана история древнего Китая. Ну, по крайней мере, так сказать, гласит одна из наиболее распространенных желтых версий. На самом деле, я был в Китае, пытался, так сказать, на месте найти хоть какие-то намеки на то, где, какова судьба этих дисков. К сожалению, кстати, выяснить это так и не удалось. Они исчезли бесследно. И так бы мы, наверное, по сию пору, спустя 9 лет, гадали, а был ли мальчик, были ли китайские диски. Но прошло 8 лет, и год назад, недалеко отсюда, в Кемеровской области, на Беловском угольном разрезе, был найден вот этот самый диск диаметром 1 метр. К счастью, человек, горный мастер, который руководил на этом Беловском угольном разрезе работой, к счастью, он следил за работами Космопоиска и решил, что, в общем, наверное, это будет нам интересно. И вовремя сообразил. Говорю к счастью, потому что, как потом вспоминали старожилы этого Беловского разреза, до этого момента они находили такие диски, ну, как минимум там, одни говорят 3 раза, другие говорят 4 раза. Судьба тех дисков, к сожалению, незавидна. Их сбрасывали в отвалы, заваливали пустой породой. В общем, они никому не... Они рассматривались как мусор. Но вот этот диск, к счастью, так сказать, уцелел. Горный мастер, зовут его Артур Пресняков, сообщил в Космопоиск. Значит, и дальше я начал договариваться с руководством Беловского угольного разреза, с администрацией Кемеровской области и руководством Кемеровского краеведческого музея. Значит, вот с 3 сторонами, чтобы одна сторона приняла и хранила, а другая сторона подарила вот эту находку для музея, чтобы эта находка впервые в истории попала в музей и была доступна для исследований. Значит, сделать это было, сразу скажу, тяжело, поскольку как только об этой находке стало известно, нашлись покупатели, вы даже догадаетесь, из какой страны, которые предлагали, значит, за эту находку круглую сумму. Но, тем не менее, так сказать, видимо, в моем лексиконе нашлись такие слова, которые убедили руководство, что лучше будет, если они подарят российскому музею эту находку, чем продадут ее за рубеж. Это будет, так сказать, им и выгоднее, и почетнее, и вообще, как бы сказать, будет им плюс 1000 к карме. В общем, слова возымели действие, и примерно через месяц после вот таких вот разговоров этот диск
Вот он, Артур Пресняков, о котором я упоминал. И примерно через месяц этот диск, правда, уже слегка побитый в дороге. Видите, он раньше был более, так сказать, красивой, более правильной формы. Но, тем не менее, несмотря на трудности дороги, которую он перенес, сейчас вот в таком виде вы его найдете в Кемеровском краеведческом музее в отделе природы. Откуда уже, как говорят сотрудники музея, уже никому никогда ни за что они не выдадут. То есть никакие, так сказать, иностранцы его уже не выкупят у нас и не увезут. Значит, вот этот замечательный диск Пиловский. Ну, в самом, мы его называем Кемеровским диском, но в самом Кемеровском, в самом Кемерово его называют Караканским диском по месту разреза. Ну, суть не в названии. Суть в том, что это первый в истории каменный диск, который попал в музей и стал доступен для исследований. И как только это произошло, ну, я показываю несколько публикаций. Ну, пока он хранился в музее, с ним произошло как бы непонятное происшествие, которое мы не можем объяснить до сих пор. Ну, к слову сказать, ученые, геологи, геоморфологи, физики, геофизики, конечно, выдвигают массу версий, массу гипотез, из чего, каким образом этот диск образовался. Вот как, конечно, они исходят прежде всего из предположения, что этот диск может быть только природного происхождения и никакого иного. А что, если предположить, что это не природного, значит, надо предполагать нечто, так сказать, большее. Надо предполагать, наверное, наличие каких-то высокоразвитых цивилизаций в прошлом или инопланетных цивилизаций. Но, одним словом, слишком много, так сказать, мыслей вредных лезут в голову. Поэтому при попытках объяснения происхождения этого диска я слышал, наверное, с десяток разных геофизических версий, которые с друг другом не стыкуются, но главное, у этих версий есть слабые места. Ну, например, если предположить, что вот данная структура образовалась из-за там наслоения пород, то структура этого камня должна быть слоистой, а она, это внутренняя структура, аморфная. То есть камень внутри этого диска не имеет каких-либо кольцеобразных или иных неровностей. Он плотность его равномерна на всем его, так сказать, по всему его объему. Из этого, опять же, следует, что версия о том, что этот диск является каменной конкрецией, то есть некой структуры, которая нарастает кольцеобразно, такое бывает вот по этим же принципам, например, нарастают круглые конкреции, по этим же принципам кольцеобразно растут жемчужины на дне моря, ну и многие другие образования, но все эти образования имеют кольцеобразную или сферическую структуру. А здесь, еще раз напомню, здесь появляется такое впечатление, что на самом деле природа, природный раствор или раствор камня, грязь, которая потом впоследствии окаменела, заполнила внутреннюю полость. То есть произошло появление вот таких дисков, происходит примерно так же, как происходит отливка стали или какого-либо пластичного материала, который отливает внутрь пустотелой формы. Ну, так делают оловянных солдатиков, так делают там различные технические отливки. И вот таким образом появляются вот такие изделия внутри геологической породы. Но вопрос, откуда берется первоначальная форма, которая попадает в землю, которая после себя оставляет вот такого рода пустоту. Как она попадает в землю, как бы придумать достаточно несложно.
такая форма или такой объект вполне мог попасть в грязь, там, утонуть в болоте или утонуть в грязи. Грязь за тысячи, за миллионы лет превращается в камень, превращает запечатанный внутри себя объект в нечто, находящееся внутри каменной формы. Затем с этим объектом за миллионы лет могут произойти самые негативные последствия. Он может исчезнуть, если это железо, оно ржавеет, исчезает, если это там, органика, она тоже исчезает. Одним словом, исчезают почти все вещества, почти, за исключением там, всего нескольких металлов, там, вольфрама, молибдена и ряда других металлов, которые переживают многие миллионы лет и которые в состоянии внутри такой отливки дойти до нас в первозданном виде. А все остальные материалы, от пластика и стекла до металлов и там, любых других технологических материалов, все остальные вещества, к сожалению, за миллионы лет исчезают, оставив после себя, ну, может быть, жалкое воспоминание. Там, от металлов остается только окислы металлов, то есть следы ржавчины. От там, других веществ остается только воспоминание в виде форм. И только вольфрамовые изделия остаются практически в первозданной форме, в первозданном виде. Одним словом, иными словами, вот в этих самых дисках, тайна этих самых дисков, она до сих пор, так сказать, не закрыта, она до сих пор дискутируема, и мы до сих пор не можем сказать, как, по какому принципу они появлялись на территории нашей Земли, и в частности на территории нашей России. Я мельком, как бы сказать, остановился на этой фотографии, чтобы показать, что Беловский или Кемеровский диск, который находится в музее, к которому очень бережно относятся, там, наверное, с него пылинки сдувают, и то, так сказать, с осторожностью. Вот в моем присутствии, точнее, в момент, когда я был в Кемерово, но в тот момент, когда никто не был в музее, это в ночное время, когда в музее, музей заперт, и все контролируется камерами слежения, вот, как говорят работники музея, в этот момент посреди ночи снизу диска открылся треугольный люк. Вот, что называется, этот люк, когда он появился, ну, люк, конечно, в кавычках, у этого люка в кавычках нет петель, он, отвалившись, он не может закрыться обратно, но форма его такова, что доводы геологов, которые утверждали, что это вот там слоистое образование, после этого, так сказать, вместе с этим люком рассыпались. Ну, этот люк, конечно, озадачил нас всех, и мы долгое время не могли понять, в чем дело, пока не решили для себя, что надо обратиться к населению и призвать россиян сообщать о подобных находках. То есть, когда нашли вот этот вот диск в Кемеровской области, подчеркиваю, это было всего-навсего год назад. То есть времени прошло не так много, история разворачивается буквально на наших глазах. И всего год назад мы обратились через прессу, с призывом, через интернет, с призывом к россиянам сообщать о подобных дисках. И пришло несколько, ну около десятка, наверное, сообщений, в том числе из Омской области. Значит, вот поэтому, собственно, я и остановился на этом фрагменте, на этом моменте, чтобы вам рассказать о том, что и здесь, так сказать, под нашими ногами, возможно, есть разгадка, есть подсказка к великой загадке. Значит, я сейчас про другие российские диски бегло расскажу. Значит, а для начала покажу один пример, который, возможно, имеет отношение к появлению подобных дисков на Земле. Я примерно описал вам рабочую схему появления этих дисков, то есть подразумевая, что появляются они, эти диски состоят из местного
материала. То есть в материале самих дисков, на мой взгляд, ровным счетом нет ничего необычного. Это либо ракушечник, это либо известняк, либо гранит, либо иная какая-то геологическая порода, которая там, в глубокой своей геологической молодости была жидкой, была либо в виде грязи, либо в виде жидкой лавы, и она натекала внутрь уже пустотелой формы. То есть, иными словами, не ищите в материале этих дисков много подсказок к тому, из чего раньше она состояла. Хотя подсказки есть в виде тех же вольфрамовых деталей, которые есть внутри, или в виде ржавых деталей, которые, или там, остатков окислов железа, которые есть внутри. Главная загадка – это форма таких дисков. Вот в качестве подсказки в качестве иллюстрации, извините, конечно, не подсказки, я показываю форму диска, дискообразного зонда, который был запущен всего-то 11 лет назад, и он сейчас, судьба его такова, что он в настоящий момент находится на поверхности Титана, это спутник Сатурна. Значит, вверху вы видите изображение этого самого диска Гюйгенса. Да, он, конечно, красивый, он покрыт золотой ИФТИ, экранно-вакуумной теплоизоляцией. Он красиво блестит, и при взгляде на него нет сомнения, что это искусственное тело, что это искусственный аппарат. Внизу, в том же ракурсе, наш кемеровский диск, и при взгляде на него понятно, что он-то как раз сделан, он состоит из обычного камня. Правда, камень, к слову сказать, не совсем обычный, он чрезвычайно прочный. Как правило, диски очень прочные. Но похоже все, что называется, до такой степени, что хочется сказать на этой загадке, написать «найдите 10 отличий». Но отличие одно есть. Но есть и совпадение. Если диск Гюйгенс пролежит на поверхности Титана лет так миллион, то я вас уверяю, от его былого золотого величия не останется и воспоминаний. И скорее всего, в зависимости, конечно, от местной геологической, точнее титанологической ситуации, если он попадет в местную грязь, и эта грязь потом окаменеет, произойдут вот такие вот события, то лет так через миллион вы увидите вместо красивого золотого диска Гюйгенс вот такой не менее красивый, но уже не золотой беловский диск. Вот примерно как какие метаморфозы могут произойти с нашими земными дисками. Значит, я сказал, что в середине прошлого года через прессу, через интернет мы обратились к россиянам с просьбой обратить внимание на свою малую родину, вдруг на нашей земле, на нашей территории найдется хотя бы еще один диск. Мы даже не мечтали, что у нас будет второй диск. Это же величайшая редкость. Но посыпались фотографии. Мы стали выезжать по сообщениям, значит, местных жителей. Значит, я уже сказал, выезжали на сообщение из Омской области, выезжали из Новосибирской. К сожалению, вот те диски, которые нашли в Сибири, их мы идентифицировали как техногенные продукты техногенной деятельности человека. То есть это отливки с бракованным шлаком, которые выбросили. То есть с ними разобрались, но было сообщение из Омской области, которое до сих пор, так сказать, мы, к сожалению, не можем никак идентифицировать. Один из жителей области сообщал, что на берегу Иртыша видел торчащий из берега диск каменный. Но поскольку, так сказать, он не обращал внимания на него, не придал этому большого значения, не очень хорошо запомнил место. В общем, короче говоря, пока найти этот самый диск на берегу Иртыша нам не удалось. Может быть, кто-то из вас или ваших знакомых, путешествуя по реке,
и, к слову сказать, не обязательно только по реке, это может быть и в других местах, обратить внимание вот на окружающие отвалы, и в этом случае, так сказать, нашу коллекцию пополнит еще один диск. Значит, были сообщения, я сказал, неудачные, ну, в том плане, что мы не находили каменные диски по этим сообщениям. Были сообщения также неудачные, когда мы находили, но идентифицировали эти диски как техногенные, то есть сделанные человеком. Наконец, в сентябре прошлого года, то есть полгода назад, из Волгоградской области пришло сообщение, и оно подтвердилось. Мы выезжали на место, и вот вы видите момент, когда подъемным краном мы поднимали однометровый диск со дна оврага. Сейчас эта транспортировка прошла, так сказать, успешно. И сейчас этот диск тоже, это уже второй в истории диск, который находится, подарен нами местному краеведческому музею в городе Жирновского, Волгоградской области. Ну, также будете там, обязательно зайдите, и вам, так сказать, с гордостью продемонстрируют этот диск. Вот, но целью нашего визита в Волгоградскую область был не этот диск, а диск-рекордсмен. На сегодняшний момент он является самым крупным в мире. Значит, диаметр его 4 метра 20 сантиметров. И, к сожалению, его даже оторвать от земли нам не удалось. 25-тонный кран, кран, способный поднять 25 тонн, к сожалению, при попытке оторвать этот диск, сломался. Вот, поэтому не удивляйтесь, что местонахождение этого диска мы до сих пор, кстати, бережем и не раскрываем. Мы опасаемся, как бы он не ушел за пределы нашей родины. Значит, этот диск реальность. Вот, кстати, мы несколько раз к нему являлись, пытались подкопаться под этот диск с тем, чтобы узнать, а нет ли у него какого-то люка на днище, так же, как у Беловского. В этом году мы ездили и в Латвию ради еще одного диска, который находится на дне Балтийского моря. Может быть, вы, те, кто следил за публикациями, знают, что в 2011 году там на дне при попытке найти галеон с, я не помню, там что вез древний галеон, но аквалангисты искали вот древний груз. Средневековый груз. Но вместо него обнаружили вот такой вот странный диск, который, ну, с одной стороны, этот диск вот в таком ракурсе, по крайней мере, он напоминает старый американский проект космолета. Ну, это, подчеркиваю, это в таком радиусе. Вот в таком ракурсе он напоминает не менее известный фантастический корабль «Тысячелетний сокол». Ну, для сравнения, в одних и тех же ракурсах я здесь в этой колонке изобразил «Тысячелетний сокол», в этой колонке в разных ракурсах изображение объекта, который сейчас находится на дне Балтийского моря, который до сих пор не поднят. И вот когда мы ездили к латышам, я им показывал уже нашу находку, наш российский ответ на, кстати, балтийскую загадку и, ну, условно, наш тысячелетний сокол. Значит, его форма, ну, вы видите, так сказать, можете сравнить. Конечно, есть различия, но форма как бы повторяется. И вполне может быть, что наш объект, который доступен в отличие от балтийского, его не надо поднимать со дна моря, потому что он уже находится на дне высохшего моря, древнего моря, конечно. Да, он несколько меньше, наш российский диск несколько меньше, чем киношный голливудский «Тысячелетний сокол», он несколько меньше, чем балтийский НЛО, но вполне может быть, что и балтийским объектам, и волгоградским объектам, над этими объектами поработали одни и те же силы, и, скорее всего, так сказать, разгадав загадку одного, мы разгадаем загадку и всех остальных. Вот в заключение я показываю фотографию, сборную солянку, сборную фотографию, на которой изображены в одном масштабе находки, основные находки, о которых я говорил. Слева в колонке
двухметровые диски из провинции Хуангу, в средней колонке кемеровский диск, который однометровый, ну, также однометровый сейчас находится и в Волгоградской области, в Жирновском районе, а справа четырехметровый, ну, если быть совсем точным, 4 метра 20 сантиметров диск, который по сию пору не поднят и еще пока ни в один музей не доставлен. Вот то, что я вам показал, еще раз повторяюсь, это находки, может быть, кто-то называет их перспективными, с чем я соглашаюсь, безусловно. Кто-то считает, что за разгадкой этих самых дисков кроется, может быть, гораздо далеко, гораздо более древняя тайна, о которой мы можем только догадываться. Может быть, это своеобразное такое наследие от древних цивилизаций. Может быть, некий привет от внеземных цивилизаций, вот как наш диск Гюйгенс, который попал на Титан, вот так же и на нашу планету, а может быть, при других обстоятельствах на нашу планету в древние времена попадали чужие дискообразные объекты, которые за ненадобностью, так сказать, на нашей Земле и остались. Но вот спустя миллионы лет они предстают перед нами вот в таком каменном виде, неся внутри себя весьма-весьма, так сказать, слабые отголоски от своего былого технического величия. Внутри этих дисков, в лучшем случае, я уже сказал, мы находим небольшие вольфрамовые вкрапления. Они, естественно, маленькие, они примерно таких же микроскопических размеров, в которых вольфрам встречается в современных техногенных объектах. Ну, вы знаете, он встречается и в лампах накаливания вольфрам. К сожалению, здесь я не могу пальцем ткнуть на лампу накаливания, но во многих, если не во всех, то во многих технических средствах, во многих транспортных средствах, в аэрокосмических транспортных аппаратах, на летательных аппаратах вольфрам есть в небольших количествах. И если вот эти транспортные средства, если эти технические изделия спустя миллионы лет живеют и исчезают, то вольфрамовые кусочки — это, может быть, единственное или одно из немногих, что до нас, до нашего времени доходит, являясь, на мой взгляд, очень убедительным доказательством своего техногенного происхождения. К слову сказать, наиболее достоверное, наиболее массовое обнаружение древних вольфрамовых изделий, я напомню, произошло, по-моему, в 80-х годах на реке Нарада в Тюменской области, куда, кстати говоря, мы после Омска, надеюсь, и отправляемся сегодня вечером, в надежде, так сказать, вот, к этой Тане прикоснуться. После Тюменской области, если кто-то хочет к нам присоединиться, милости просим, мы закончим, по крайней мере, исследовательскую часть, закончим экспедиции на озере Анбаш в Челябинской области. Это озеро находится недалеко от города Кыштым, где ровно 20 лет назад, ну, почти что день в день, можно сказать, что мы празднуем 20-летний юбилей сейчас, где произошли знаменитые кыштымские события. Для большинства людей они, в общем-то, известны только появлением кыштымского карлика, но на самом деле эти события носили гораздо более обширный характер. И в этих событиях принимало участие, ну, как минимум 4, может быть, 5 разных особей, похожих на того самого знаменитого теперь на весь мир Алешеньки, два из которых погибли. Ну, один Алешенька погиб в 96-м году, второй безымянный погиб в 2002 году, судьба остальных четверых неизвестна. И, в общем-то, поиском, исследованием этих следов этих существ мы и будем заниматься, но далеко не только этим.
там есть загадки гораздо более интересные, чем вот история этих самых карликов. Вот, это я такой маленький анонс на ближайшие дни для нас сказал. Еще раз повторюсь, желающие, если таковые будут, пожалуйста, все наши экспедиции, естественно, бесплатные, участвуют в них добровольцы, волонтеры. Пожалуйста, приезжайте, привозите с собой хорошее настроение и еду, не привозите с собой алкоголь. У нас в экспедициях сухой закон. И, что называется, узнайте все быстрее, чем узнайте, что на месте интересного есть, гораздо быстрее, гораздо более интересно, чем об этом узнают наши СМИ. Ну или я хотел вам пообещал показать взгляд иностранных СМИ вот на самое интересное в России. Это свежая японская видеозапись. Я ее передачу покажу не всю, она там занимает там порядка получаса. Ну, условно, это передача вот «Загадочная Россия», ну так, в очень приблизительном переводе, конечно. Вот так можно это перевести. Я еще раз говорю, постараюсь, кстати, показать вам только выжимки. И в первую очередь показать вот взгляд на каменные диски. Ну, не удивляйтесь, что я там говорю по-японски, при этом знаю по-японски три слова. Ну вот, как бы сказать, судя по фильму, да, они тут показали, что это вообще не русский, это японец, вот одно лицо. Ну, в общем, нечего возразить, наверное, на это. Значит, ну, несколько, так сказать, взгляд японцев на наши загадки. Вот японцы отправились увидеть российские каменные диски. В Китае им не позволили снимать каменные диски. Ну, иногда они смеются, иногда смысл смеха я понимаю, иногда, конечно, не понимаю. Но когда они смеялись над нашими дорогами, я этот момент пропустил, я как бы еще понял. Ну, примерно вы поняли. Откуда взялся этот 4-метровый диск? Вот, судя по всему, вот еще один. Значит, в некоторых дисках присутствует железо. Ну, японцы очень бурно выражают эмоции. Ну, тут они очень долго обсуждают. Опустим эти моменты обсуждения. Комментарии. Вот мы вместе с японцами пытаемся дорыться до люка, который, возможно, находится внизу. Копай, японец. Это тот самый кемеровский диск. Что это за люк? Видимо, японцы задают вопрос. В общем, японцы говорят, Россия это где каменные диски валяются буквально под ногами. Что это такое, никто не знает. Значит, и покажу еще один фрагмент. Ну, это машина, на которой мы сейчас сюда приехали, в Омск. Сейчас она, ее японцы сопровождают еще на одно место. Я еще покажу еще одно событие, которое имело место быть в России за последний год. То есть это свежее событие. Не знаю, вы о нем читали или нет.
в Пало-Пасадском районе на глазах у очевидцев пролетело два НЛО. Значит, и объекты эти упали в лес. И вот мы занимаемся поиском эпицентра упавших НЛО, и один эпицентр нашли. И вот японцы идут вслед за нами к этому эпицентру. Сейчас посмотрите, он вам ничего не напоминает, этот эпицентр. Сейчас вы пока еще не увидели. Что называется, минуту терпения. Есть какие-то ассоциации? С Тунгусским эпицентром, да. Я сделаю тише. Значит, вот и на Тунгусском эпицентре, к слову сказать, космопоиск начинался ровно 71 год назад, ну скоро будет 71 год. Да, вы видите здесь на видео вывороченные с корнями деревья. То есть сила взрыва в воздухе была такова, что выворотила 60 метров по площади, 60 метров, 60 метров, 60 на 30 метров площадь вывороченных деревьев. Взрыв был с воздуха с такой силой, что их с одной стороны сковырнуло, а с другой стороны взрыв имел очень локальный характер. Соседние деревья устояли. Все это, картина происшествия, похожа на то, что случилось 108 лет назад на Тунгуске, на подкаменной Тунгуске. С исследования событий 108-летней давности, собственно, я сказал, космопоиск начался 71 год назад. Наш первый руководитель Александр Петрович Казанцев заинтересовался совпадениями, которые имели место быть при атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаки и при взрыве на Тунгуске. До Хиросимы человечество не сталкивалось, ну, по крайней мере, не знало, что оно сталкивалось. Конечно, такие случаи были, но они неправильно интерпретировались. Не сталкивались с примерами объемных мощных взрывов в воздухе. То есть привычные нам взрывы, приводившие к появлению воронок, происходили, самые мощные взрывы, происходили на Земле. И мы привыкли считать... А в 40-е годы во время Второй мировой войны еще более утвердились в этом заблуждении, что чем ближе к эпицентру, тем сильнее разрушение. И на Тунгуске, и в Хиросиме люди впервые столкнулись со странной загадкой. По мере приближения к эпицентру, да, сначала разрушения росли, но в самом эпицентре и там люди с удивлением заметили стоящие деревья, не поваленные. В Хиросиме с удивлением заметили стоящие здания. Вот в примере, который произошел совсем недавно в Пало-Пасадском районе, тоже в центре взрыва остались деревья. Но, разумеется, тогда, я имею в виду, в 45-м году, когда космопоиск зародился, тогда в этом странном совпадении для Казанцева виделась прямая аналогия, что и в Хиросиме, и на Тунгуске взорвался атомный источник энергии. Ну, на Хиросиме взорвалась атомная бомба, а на Тунгуске взорвался атомный двигатель некого космического аппарата. Тогда он даже, так сказать, доказал, что этот аппарат, скорее всего, прилетел не с Марса, поскольку траектория была неудачной в этом случае, а поскольку он летел со стороны Солнца, то он, скорее всего, прилетел со стороны Венеры. Ну, это, так сказать, детали сейчас, может быть, уже забытые, несущественные, но так или иначе, вот с этой аналогией и с этой загадки начался космопоиск. Мы занимались и Тунгуской, и всеми остальными Тунгусско-подобными космическими взрывами. Вот за это время не пропустили ни одного самого мощного падения.
каждый раз, когда оно происходит в России, а происходят они с завидной регулярностью, примерно раз в 5 лет, то есть регулярность, как бы сказать, впечатляющая, пока последние годы, как бы, эта регулярность нас не подводила. Если, как бы, она и дальше будет сохраняться, то я заранее думаю, что где-то в конце следующего года, то есть в конце 2017, в начале 2018, ждите нового взрыва на территории нашей страны, и этот взрыв автоматически для нас будет означать звук стартового пистолета. В этих случаях мы в обязательном порядке объявляем народную мобилизацию и собираем добровольцев в любой точке России, где бы это ни случилось. Так мы собирали людей в Калужской области в 96-м, так мы собирали в Иркутской области в 2002-2003, на Алтае собирали в 2007-м и в Челябинской области в 2013-м году, в феврале месяце. Вот с февраля до июнь, до начала лета, когда в эпицентре падения Челябинского метеорита уже все не поросло высокой травой, вот только после этого мы прекратили поиски. Вот, ну, до этого момента мы искали, прочесывали горы в поисках упавшего челябинского тела. Оно до сих пор не найдено, и если будете заезжать или проезжать мимо по Уралу, если будете ехать по трассе М5, вот будете проезжать район Верхнего Атляна, задержитесь там хотя бы на 5 минут. Знаете, там где-то лежит самый большой кусок челябинского метеорита, еще не найденный. Тот кусок, который демонстрируют, те куски, которые демонстрируют в музеях, самый большой из них 600 килограмм весит. Это, так сказать, лишь мелкие осколки с тех, что найдены. Не найдены самые большие образцы, они весом уже там за многие тонны, наверное. Они все еще находятся в районе Верхнего Атляна. Вот. Но это было в 2013 году, соответственно, вот через 5 лет, условно, если, конечно, эта закономерность не будет нарушена, через 5 лет, точнее, через год получается, мы ждем следующего примера и, как бы сказать, ждем вас в качестве добровольцев, чтобы искать вот эти самые подарки с небес. Но мелкие подарки, в кавычках, конечно, в виде вот этого Павлопосадского взрыва, который прилетел на глазах у очевидцев в лес и взорвался. Мелкие случаются к нашему, так сказать, удовольствию достаточно часто. Ну, не каждый год, но тем не менее, так сказать, чаще, чем раз в 5 лет. Значит, вот этот мелкий взрыв, он пока еще самый свежий, но не менее, так сказать, загадочный, не менее интересен. Он привел не только к тому, что был выворочен, из-за взрыва выворотило с корнями деревья, но и привел к тому, что на таком относительно небольшом пятачке земли, ну что такое 60 метров, это даже меньше, чем стадион. Это, ну, по площади примерно одна четверть от стадиона, обычного футбольного поля. И вот на такой небольшом клочке земли этот взрыв привел гибели как минимум 12 больших животных. Барсука, лисы, коровы, там и длинный список погибших животных. 12 погибших особей, подчеркиваю, на крохотном клочке суши. И вот эта загадка гибели животных, как они, во-первых, собрались на таком клочке, почему они погибли. Они погибли не без признаков, без следов физического насилия. Их трупы несколько месяцев не ели трупоеды, то есть трупы никак никуда не исчезали и лежали, пока не сгнили полностью, а может быть и до сих пор еще не сгнили. Почему эти животные собрались на таком клочке суши и почему они погибли? Почему вот эта деталь, она очень сильно не похожа на то, что происходило на тунгусско-подобных событиях, на взрывах
1908 года и всех остальных, о которых я перечислял и о которых еще не упоминал, мы сталкивались с тем, что никогда от таких взрывов не погибал ни один человек и ни одно животное. Животные уходили из эпицентров, ну, согласно там, косвенным данным или данным очевидцев, уходили примерно за трое суток до взрыва, как на Тунгуске, или за полдня до взрыва, как на Литиме, или за несколько часов, как на Алтае. Но в любом случае они уходили до взрыва, и, соответственно, жертв никаких не было. А еще раз говорю, вот события, самое крайнее событие, которое имело место быть в Палапа-Сатском районе, оно поставило нас в такой сообразный тупик. То есть мы никогда, ни до этого, ни пока, ни после этого, вот с таким феноменом не сталкивались. Возможно, это некий новый такой, так сказать, вызов нашим знаниям. Возможно, это новая какая-то особенность. Но в любом случае, сейчас я заканчиваю, в любом случае, вот из перечня загадок, которые произошли за последний год в России, наверное, ну, кому-то может показаться, конечно, это несколько субъективным, но тем не менее, я, когда хотел для вас поделиться самым загадочным из произошедшего за этот год, я, конечно, не мог не вспомнить, во-первых, про каменные диски, о которых в России еще год назад никто слыхом не слыхивал, и не задумывался об их существовании, не задумывался об их происхождении, и которые, как я уже сказал, в Омской области могут быть, пока не найдены, пока найдены только в двух областях, Волгоградской и Кемеровской. Второе, о чем я упомянул, о вот, взрыве, который имел место быть менее года назад, с весьма странными последствиями. А такие взрывы периодически случаются по всей России. Ну, самая ближайшая к Омской области, это взрыв, который имел место быть в январе 2007 года, тут в соседней, в Алтайском крае. Это событие может произойти в любой момент, в любом месте, ну, в том числе, что называется, не буду каркать, но может быть и у вас. Единственное, в каком месте это произойдет в следующий раз, не знаю, но я убежден, что закономерность, старая закономерность сохранится, и как и раньше, подобные взрывы всегда происходили в безлюдных местах с нулевыми человеческими жертвами. Я думаю, что это произойдет вновь и на этот раз. Исключений, как бы сказать, пока не было и не предвидится. Ну и третье, я упомянул, конечно же, о кругах на полях, о явлении, которое считаю очень перспективным и очень загадочным, явление, которое имело место быть и в Омской области, и, скорее всего, кстати, будет иметь, возможно, где-то появится в конце этого месяца, в начале следующего. Пожалуйста, так сказать, будьте внимательны. Ну, что касается темы НЛО, наверное, мы напрямую не касались этой темы или мало касались, но о чем бы я ни говорил, наверное, все-таки косвенно это все вышеперечисленные события к теме НЛО имели отношение. Но я делаю паузу, если есть вопросы, я постараюсь на них ответить, возможно, с иллюстрациями, которые у меня с собой есть. Пожалуйста. Да, можно такой вопрос? А вообще, что они здесь делают и кто это? Кто тут необъяснимые эти свечения, там, тарелки? И есть ли действительно реальные контактеры, там, кто их видел там? Хорошо, значит, давайте на несколько вопросов разобьем. Вот сегодня мне в Омской области задали вопрос, ради чего вы ездите в лес? Можно я задам этот вопрос в зал? Ради чего вы ездите в лес? И ходите в лес? Загибаем. Раз. Погулять. Погулять. Там другая атмосфера, не городская. Три. Ну, наверное, есть 4, 5 и так далее. И, наверное, вариантов может быть столько, что у меня не хватит пальцев на руках.
На самом деле, косвенно я ответил на вопрос, зачем они прилетают к нам. Конечно, не может быть одной единственной причиной. Наверное, я не знаю, зачем. Об этом знает только Голливуд, зачем они прилетают на Землю. Они достоверно, так сказать, показывают нам, убедительно показывают нам, что нас хотят убить, завоевать, расчленить, изнасиловать и поработить. В какой последовательности, как бы сказать, в каких вариациях, это в зависимости от фильма. Вот, я убежден, что, конечно, среди множества цивилизаций, которые есть во Вселенной, в этом у меня сомнений абсолютно нет. Почему нет? Да потому что наука, астрономия ежегодно добавляет к нашим знаниям и к нашим имеющимся уже знаниям о наличии во Вселенной иных звезд, иных планет, добавляются все новые и новые пункты. Количество открываемых экзопланет растет теперь уже ежедневно, ну, может быть, каждую неделю как минимум. Когда-то мы вообще не знали про чужие планеты, сейчас количество планет уже исчисляется тысячами, и это число будет только расти, и растет количество планет, похожих на Землю. Соответственно, представить себе, выражаясь языком Джордана Бруно, который сказал, представить себе, что на Земле существует, что Земля единственный обитаемый мир, так же глупо, как представить, что на огромном поле вырастет всего одно зернышко пшеницы. Действительно, Вселенная огромна, и одно зернышко, одна форма жизни на одной единственной затрапезной планете, типа нашей, конечно, не может существовать. Мы, скорее всего, частный случай и таких из многочисленных примеров вариаций других форм жизни. Вселенная должна кипеть жизнью, разнообразной, самой невероятной, самой разносторонние и так далее и тому подобное. Это первое. Что я принимаю за логическое утверждение, подчеркиваю с ударением на слово логическое. То есть утверждение, что Вселенная, что во Вселенной нет жизни, на мой взгляд, нелогично и противоречит научным данным. Второе. Найти нас во Вселенной просто. Несмотря на то, что мы живем на периферии нашей, во-первых, не в центре нашей Солнечной системы, во-вторых, не в центре нашей галактики. Наша галактика тоже, так сказать, далеко, не где-то в столицах находится Вселенных, не в столице империи межзвездной. Все равно найти нас просто. Значит, более 100 лет мы о себе радируем в радиодиапазоне, подсвечиваем себя так ярко, что можно, не обязательно нас слушать в радиоэфире, не обязательно смотреть наши телепередачи, но достаточно взглянуть в радиодиапазоне в нашем направлении, и планету Земля можно будет увидеть очень легко. Мы подсвечим себя ярче, чем Солнце. То есть Солнце по сравнению с нами светит в радиодиапазоне меньше, чем мы. Соответственно, если кто-то, даже не знающий про нас, пролетает мимо случайно там, в радиусе 100 световых лет от нас, просто случайно может нас обнаружить. Ну и заодно заглянуть, посмотреть, кто там такие, что делают, что там зачем подсвечивают себя в радиодиапазоне, что хотят сказать. Значит, подчеркиваю, я сказал два логических вполне утверждения. Есть третье утверждение, опять же логическое. Я не знаю, зачем они к нам прилетают. Это может быть разведывательные цели, научные цели. Ну, я не знаю, там просто из чисто любопытства. Может быть, там студенты прилетают, инопланетные студенты прилетают делать там рефераты на тему жизнь диких аборигенов третьей планеты от светила. В конце концов, могут какие-то быть опыты там биологические, иные, прочее. К слову сказать,
вспомнил про событие, которое имело место быть в январе этого года в соседней с вами, в соседнем с вами в Казахстане, куда мне пришлось ездить. Там было обнаружено весьма странное животное в яйце, вот примерно в таком яйце был обнаружен зародыш жизни, ну он был живой, этот зародыш, но животное это не было похоже ни на что, так сказать, из нашего, из перечня известных нам животных. И жители аула Богачелы, казахского аула, в ужасе от инопланетного нашествия, то есть они, как люди начитанные и насмотревшиеся голливудских фильмов, они тут же вспомнили про фильм американский ужастик, по-моему, «Яйца» назывались. Ну, «Чужой» или... Ну да, там в «Чужом» тоже из яиц вылуплялись всякие монстры. В общем, в ауле Богачелы люди схватили за лопаты и сказали, что отстоим родной аул и планету Земля от инопланетного захвата, и забили этого, так сказать, монстра, который там вылез из яйца. Ну, я, может быть, извиняюсь, что так с иронией сказал, но это святая правда, и сейчас остатки этого существа, его разрезали напополам, половину отдали нам, и вот, так сказать, его вывезли сейчас в Россию, надеюсь, какие-то, так сказать, выводы сделать, но пока ни на что не похоже. Это я, извините, отвлекся, возвращаясь к вопросу. Это может быть и любые биологические опыты, и масса всего остального, о чем мы даже не догадываемся, как не догадываются там, к примеру, какие-нибудь островитяне, папуасы, глядя на пролетающие над ними самолеты, и если они задают вопрос, а что эти самолеты делают? А что, зачем эти вертолеты садились на соседний остров? Ну, наверное, так логически, наверное, они собирали кокосы на этом острове. Или они рыбу ловили. Ну вот, что еще может прийти в голову островитянам? А им в голову не придет, что там всего-навсего прилетали телевизионщики и снимали фильм о кораллах. Или прилетали вулканологи и поставили сейсмостанцию. Таких слов папуасы даже не знают. Как не знаем мы многих слов, которые, так сказать, знают даже школьники на границах обитаемой части Вселенной, а мы так даже об этом не догадываемся. Одним словом, я не знаю ответа на вопрос, зачем они прилетают, но я убежден, что их прилетает много хороших и разных, соответственно, что они прилетают с разными целями, то есть у них нет одной цели, вот одной единственной из вышеперечисленных, и я знаю и третье, вот на чем я буду настаивать и в чем я всегда буду убежденным больше, чем во всем остальном. То есть я не убежден в том, что я сейчас перечислял до того, но я буду настаивать на том, что никто из них не прилетает с какими-либо захватническими или враждебными целями. Голливуд, просьба, так сказать, не беспокоить, просьба, так сказать, не напоминать мне примеры из фильмов страшилок, это все полная чепуха. Это не более чем игра на наших внутренних страхах, и это не более чем, извините, как бы вот апеллирование к зеркалу. Да, мы жестоки, это мы убиваем все живое, все похожее на нас и все не похожее на нас. Это мы, ни одно из известных нам биологических видов не сумели обойти для того, чтобы не убить его, и в случае, если этих живых существ много, не поставить их, не встроить в свою пищевую цепочку. Нет ни одного биологического вида, известного нам, которого мы бы не употребляли в пищу, если он вкусен, или если их достаточно много. Если их мало, все равно мы их кушаем. Нет ни одного исключения, ни кошки, ни собаки, ни дельфины, ни обезьяны, ни какие-либо другие милые мимишные животные не обошли эту участь.
Всех мы поедаем, причем всех в промышленных масштабах. Если не вы конкретно, ну вот вряд ли кто-то подымет руку и скажет, что он ел кошек. Я недавно приехал из Луганска, где до сих пор идет вялотекущая война. Это город, в котором я не видел ни одной кошки живой. Как не было ни одной живой кошки в блокадном Ленинграде. Это наши дни, это вот, что называется, здесь и сейчас. Но если луганчан я не могу попрекнуть в том, что исчезли кошки, ну почти, на самом деле, под конец я все-таки пару кошек увидел. Если я не могу упрекнуть луганчан, потому что это была военная блокада, то я уж точно вспомню о том, что кошек разводят и в промышленных масштабах поедают в некоторых восточных странах. То же самое там же делают с собаками, то же самое там же в промышленных масштабах и не только там, поедают дельфинов, то же самое делают с обезьянами и так далее и тому подобное. Я уж не говорю о том, что мы с успехом убиваем себе подобных людей, и никто не даст ни малейшей гарантии, что мы, Homo sapiens, не будем убивать какой-либо другой биологический вид. Вот сейчас прилетят представители другого биологического вида, там неважно, это будут там норты, это будут великаны, это будут цивилизация там, ну я перечисляю, могу перечислять долго, там разные типажи предполагаемых инопланетных рас, предполагаемых. Неважно, как они выглядят, как люди или как осьминоги, кто даст гарантию, что мы будем к ним относиться по-братски, по-человечески, гуманно, и у нас, кстати, не подымется рука их немедленно убить или что-то с ними сотворить. Никто не даст этой гарантии. Чтобы это доказать, прежде всего, себе, нужно хотя бы, как минимум, найти хоть одно такое исключение. Вот если бы человек сказал, вот посмотрите, мы же к кошкам относимся хорошо, или к обезьянам, или к дельфинам, мы к ним относимся как к равным, мы их не убиваем, мы с ними делим пространство по-человечески. Такого нет. Поэтому дружить с нами как с цивилизацией, сотрудничать, вступать в контакт категорически плохо, причем для всех. Как для той стороны, которая прилетает, так и, пардон, для нас, поскольку любые знания, полученные, мы немедленно так стараемся употребить во вред и в конечном итоге для убийства. Иными словами, все наши страшилки про инопланетян-завоевателей, про чужих и прочих монстров, которые мечтают нас всех поработить, это не более чем зеркальные страхи, это не более чем страшилки, имеющие причины, прежде всего, наше собственное поведение. Доказательство мое в пользу того, что прилетающие к нам инопланетные представители иных цивилизаций не обладают к нам враждебными целями, доказательство у меня железное и стопроцентное. Не потому, что мне об этом они сказали, не потому, что я такой вот гуманный и хочу думать, как там какой-нибудь индийский просветитель Ганди, только о мире и призывать к непротивлению злу насилием. А доводы у меня исключительно железные и логические. Если бы хотя бы одна цивилизация космическая хотела бы нас уничтожить, она бы это сделала легко и непринужденно, в любой момент. Раз нас не уничтожили и не поработили, значит, такой цели не было и нет. Значит, способов этому помешать у нас нет по сию пору. Как не было способов помешать нашествию конкистадоров, вооруженных огнестрельным оружием, у индейцев Мезоамерики. Значит, поэтому все фильмы типа «День независимости» или там «Битва за Лос-Анджелес» или иные голливудские страшилки, где там американские рейнджеры защищают землю от вторжения инопланетных орд,
Это не более чем, извините, еще раз говорю, это наши страхи. Такого нет, не было и не будет. Значит, теперь ответ на вопрос, есть ли контактеры. Есть. Но, что называется, очень редко и очень мало. Значит, объясняю с цифрами на руках. Значит, у нас по нашим базам данных известно порядка 10 тысяч контактеров. То есть это с фамилиями, ну иногда с адресами, иногда с телефонами, иногда без оных. В основном это только по России. 10 тысяч. Я догадываюсь, что на самом деле их в несколько раз больше. Ну как минимум. Может быть там в 2 раза, может быть в 3, в 4. Но в любом случае на Земле, так чисто экстраполируя эти цифры, по моим данным, получается порядка 100 тысяч, может быть 200 тысяч контактеров на Земле. Значит, насколько это качественные контактеры, насколько качественная информация, которую они получают. Значит, несколько раз, как минимум дважды, Космопоиск проводил масштабные исследования этих самых контактеров, во время которых там в одном случае 400 контактеров, а в другом 600, проходили через тесты. То есть им задавали вопросы однотипные, ну и сравнивали с ответы. Значит, цель этих вопросов была поймать на логических нестыковках. То есть заранее мы соглашаемся с тем, что проверить информацию там о наличии жизни на той или иной планете мы не можем. И как бы вот эту часть информации мы считаем непроверяемой, мы ее не трогали. Проверяли то, что могли проверить. А можем проверить либо предсказания о будущих событиях на Земле, это самая моя любимая тема, поскольку ну, это проверяется лучше всего, если там какой-нибудь инопланетянин через контактера вещает и предупреждает, вот если вы не исправитесь, жалкие людишки, и не прекратите войны на Земле, то через 10 лет мы вас уничтожим. Это отличное предложение, поскольку оно легко проверяемо. Вот таких вот предупреждений я могу назвать десятки, потому что, говорю это с улыбкой, потому что нас не уничтожили, следовательно, вот такие вот угрозы не более чем фикция. Ну, я еще раз говорю, не важно, что предрекают, важно, это подтверждается или нет. И вторая часть проверяемой информации, это информация построена на логических построениях. В тех вопросах, которые мы давали контактерам, были вопросы ловушки. Конечно, я их всех озвучивать громко не могу, ну, дабы, так сказать, самим себе не усложнять жизнь, поскольку эта программа может быть продолжена в любой момент. И, в общем, зачем подсказывать, так сказать, людям, которых мы будем проверять. Конечно, мы, сразу скажу, мы всех проверяем с их согласия. Никакого, так сказать, нравственного насилия. Значит, в качестве логических ловушек, пример такой приведу. Ну, я знаю, здесь в зале присутствуют в том числе и астрономы-любители, астрономы-профессионалы. Значит, они-то легко сообразят, но обычные люди, обыватели, с трудом ориентируются на звездном небе. И когда я слышу от какого-либо контактера, этот контактер может быть домохозяйкой, там, печником, шофером, там, сельским тружеником, ну, в общем, человеком далеким от астрономии, но тем не менее, так сказать, этот человек какими-то знаниями астрономическими вроде бы как обладает, сообщает, допустим, что мы цивилизация такая-то, мы относительно вас находимся в созвездии, и дальше обычно говорят, мы там в созвездии сетки, например. Неважно, там, может быть, большой медведь, так, вариантов множество, 88 созвездий, выбор большой. Значит, ну, что называется, ну, хорошо, сетка так сетка, там, большая медведица, так большая медведица, нам без разницы. Вроде бы. И среди вопросов ловушек, которые мы задаем, как бы между прочим, я спрашиваю, ну, через контактера, скажите, пожалуйста, а в каком созвездии, если вот апеллировать земными понятиями созвездий, вы нас видите?
Ну, астроном легко сообразит, что достаточно звездную карту или звездный глобус просто перевернуть на 180 градусов, то есть найти точку крайнюю противоположную той точке, о которой они сообщили. То есть если они из созвездия сетки, соответственно, найдите созвездие, которое лежит прямо противоположном точке небосвода. Только и всего. То есть если у вас под руками глобус звездного неба или звездная карта, это дело 3 секунд. Но я сказал «если». А если нет? То есть вот пока говорю честно, пока на этот простой логический вопрос ответил из 10 тысяч контактеров только один. Как бы сказать, что тут комментировать? Мне сложно комментировать. Значит, еще, так сказать, то есть большинство контактеров, большинство контактерских сообщений у меня вызывает большие сомнения. Подчеркиваю, я считаю себя не вправе. Кто я такой? Я не президент там, контактерской федерации, или там я не раздаю им лицензии, разрешения на контактерскую деятельность. Поэтому не мое дело как бы судить о каждом из них, но вот о степени достоверности сообщаемой информации, естественно, я могу судить. И если она не подтверждается, то соответствующие выводы я обязан сделать. Пока что могу сказать, полезный выход у контактеров примерно такой же, как в случае с теми же самыми НЛО. Для кого-то покажется 1% полезного выхода, это чрезвычайно мало. Вот с контактерами это примерно так. Но я, как оптимист, считаю, что этого достаточно. То есть, если есть 1%, то это уже хорошо. Но, естественно, в первую очередь меня спрашивают, а остальные 99% это кто? Я категорически против слова «шарлатан», категорически против слова «обманщики», потому что субъективно я этих людей, ну, тех, кого я знаю, я понимаю, этим людям неинтересно, этим людям невыгодно обманывать. Иногда они контактерской деятельностью занимаются вопреки желанию. И как бы думать, что это им доставляет удовольствие и вообще, что они просто мечтают дурить себе и нам, и остальным голову, вот это самое глупое было бы такое мое утверждение. В большинстве случаев это не так. В большинстве случаев они действительно получают информацию извне. В том, что источник информации находится извне для этих людей, нами было доказано многократно. Но одновременно этот источник поставляет им не информацию, а дезинформацию. Для чего? Зачем? На это есть как минимум несколько ответов. Я не знаю, но стоит ли в это углубляться, варианты ответов. Это вы знаете, что есть, например, гипнотизеры, которым нравится копаться в чужих мозгах. И если вы почувствуете, что в ваших мозгах кто-то копается и там слышите голоса в своей голове, сами понимаете, если вы скажете, черт возьми, кто копается в моих мозгах, если вы услышите честный ответ, да это я, Вася Петькин из соседнего подъезда, я тут скачал в интернете инструкцию по самообучению гипнозу, я вот на тебе хочу потренироваться. Если вы это услышите, то, естественно, вы, как бы сказать, ответ ваш будет очень суров по отношению к Петьке. Я думаю, что эта практика для него закончится. А если Петька скажет, а я представитель цивилизации Zeta Reticuli, и я тебя выбрал одного из всей планеты как полномочного представителя, как самого умного представителя вашей цивилизации, и хочу тебе дать поручение, чтобы ты обратился к президенту страны с важным посланием из 3 пунктов: прекратить все войны в мире, заключить мир во всем мире, и 3-е, ну там, допустим, покрасить Кремль в зеленый цвет.
допустим. Вот после такого, как бы сказать, к себе уважительного отношения, это же не Петя Васькин или Вася Петькин, это ведь цивилизация к вам обратилась, это будет, соответственно, совсем другое отношение. Это один из вариантов. Второй вариант, не менее достоверный. Представьте себе, мы живем в век компьютерной эры, коммуникации, средств связи очень много. Это не 20 век, когда достаточно было во время войны брать у населения радиостанции, эти самые радио, чтобы вы не слушали там, фашистские радиоголоса. Отобрали радиостанции, и все, вы ничего не знаете о том, что творится. У вас нет возможности выходить на связь, у вас еще нет мобильной связи, у вас нет интернета, у вас нет всего того, что мы имеем сейчас. А как сейчас, вот представьте, в нашу эру, компьютерную эру, сделать так, чтобы вы не получали бы, допустим, вот, информации от, там, допустим, правительственного источника некой страны, некой, не будем как бы в политику удаляться, некой, так сказать, африканской страны или некоего произвольного политического, некой произвольной политической партии. Как сделать так, чтобы вы не получали информации неких нежелательных элементов. При том, что этих нежелательных элементов есть интернет, есть радио, есть средства связи. Перекрыть их на сегодняшний момент невозможно. Есть только один способ, который, к слову сказать, с успехом используется. Чтобы вы не читали, не пользовались, так сказать, ненужными источниками информации, нужно создать информационный шум, в котором нежелательные голоса просто утонут. То есть, если помимо нежелательных голосов будет огромное количество спама информационного, то я вас глупых сообщений, троллинга и прочего, так сказать, флуда, я вас уверяю, отношение к нежелательным источникам информации будет весьма прохладным. Что с успехом и делается в случае с контактерами. То есть, если представить, что кто-то там нарушает там, запрет на контакт с нами, как с цивилизацией, там какие-то диссиденты, там, школьники или студенты нерадивые там, на своих супер-мега-компьютерах связываются телепатически с землянами, ну, нарушая запрет, как вот эти вот нежелательные контакты прекратить? Наверное, только одним способом. Созданием информационного шума. Создается информационный шум, где помимо, так сказать, реальных контактеров есть и десятки или сотни, так сказать, иных дезинформационных источников. Вот пока в этой логической цепочке для меня нет противоречий. То есть я считаю, если такой контакт возможен, то помимо реального контакта будет и большое количество дезинформационных контактов. Что, опять же, мы и наблюдаем. Я извиняюсь, что так долго. Давайте коротко на другие вопросы. Вадим, мы, кажется, полчаса делим шкуру не убитого медведя. Давайте. Говоря вообще ни о чем. О чем думают инопланетяне? О чем? Поведайте нам. Вы вообще скажите, есть ли в нашем мире хотя один случай, который можно сказать 100%, что на Земле есть инопланетяне или были? Вот мы сейчас только 35 минут мы говорили о том, что думают инопланетяне. Хорошо. Таких примеров, как мне показалось, я сказал много, но напомню вам хотя бы один. Значит, я сказал о том, что на территории Тюменской области были обнаружены залежи самородного вольфрама. То есть вольфрамовые изделия, возраст которых оценивается в несколько миллионов лет. Вольфрам, насколько нам всем известно, вольфрамовые изделия могут возникнуть только искусственным путем. Несколько миллионов лет назад, естественно, создать их иначе, иным способом, создать их землянам, нам с вами, было бы невозможно, скорее всего. И век назад было бы невозможно. Следовательно, вот эти высокотехнологичные
вольфрамовые изделия были сделаны иной цивилизацией. Вот этого примера достаточно? Изделия. Ну, скажем, вот этот диск, который вы показывал, тоже можно назвать изделием. Да, но то, что он инопланетный, это очень спорная вещь. Да, конечно, я не утверждаю. Что-то он проехал. Не могу остановить. Ну ладно, попытаюсь без иллюстрации тогда ответить, потому что трудно поймать момент. Вот такого примера одного достаточно? Не очень. Я могу с этой оговоркой согласиться. Вы считаете, что можно выключать, да? Хорошо. Ага. Потому что действительно непонятна грань, где следы внеземной, а где следы неизвестной цивилизации. Ну хотя бы искусственные или нет. Вот это уже непонятная вещь. О чем вы говорите, я не понимаю. Вольфрамовые изделия искусственные. На основе чего это не искусственно? Кто-то анализ сделал, кто этим снял. Когда вы говорите о передаче, почему-то не участвуют профессионалы, те, кто спец именно в этом деле. Вот скажем, вы показываете, вывал леса. Давайте не эмоции, давайте конкретный вопрос. Нет, не эмоции. Вы вывал леса показываете, а Тунгуска, там явный четкий взрыв вверху, и поэтому вывал радиальный. Здесь у вас все деревья повалили. Во-первых, не радиальный, а в виде симметричной бабочки. Бабочка, это радиальная, Нет. Это важный момент, поскольку вывал в виде бабочки характеризует, доказывает, что взрыв был тело, летящее с большой скоростью. Здесь, вот на том фрагменте, что я показал, там тоже симметричная бабочка. Она, вот очерчены границы этой бабочки, в кавычках, пожалуйста, так сказать, если я сейчас не успел показать, зайдите, пожалуйста, ко мне на страничку ВКонтакте, найдете ее. Но здесь находится незаметно. Пятилетняя история, тоже вопрос. Корреляция очень серьезная вещь. Скажем, за последние 10 лет в Омской области было 2 Челябинска. Почему покруче? Там было 4-бальное землетрясение при падении, у нас 6-бальное, скажем, в Тюкалинском районе. Там на озере гигантские пробоины, 4 штуки пробоин только на озере. Вот в 2008 году тоже... Значит, давайте не чистить. Нет. Значит, я говорил о тунгусско-подобных. Чем они... Падение метеоритов... Тунгусско-подобных. Секунду, вы слушайте меня. Падение метеорита, в том числе и в Омской области, безусловно, случается гораздо больше, чем раз в 5 лет. Безусловно. Но тунгусско-подобные, на которых я акцентировал внимание, отличаются, во-первых, взрывами в воздухе, а во-вторых, там целый комплекс событий, их объединяющих. Например, то, что для очевидцев кажется, что тело перед падением совершает какие-то маневры, которые на самом деле там имеют вполне логичное объяснение. Если ваши примеры, на которые вы ссылаетесь, вот, подпадают под тунгусско-подобные, замечательно, значит, давайте, так сказать, рассматривать их. Пока я их не знаю. Как тунгусско-подобные? Сихоты и тунгуска, которые можно сравнить, помочь, все остальное... Хорошо, это ваше мнение, которое следует уважать. Но Сихоты Алинский, вы про него говорите, да. 47-го, значит, признаками тунгуски не обладал. Это обычно же... Силой взрыва, ну, вопрос, конечно, спорный, но еще раз говорю, взрыва в воздухе не было. Не было хаотичного изменения траектории, кажущегося хаотичного изменения траектории. Не было реакции животных, которые уходили из эпицентра до этого. Не было свечения после взрыва, на месте взрыва. Ну и так далее и тому подобное. Всего признаков, внешних признаков тунгусско-подобных явлений около 10. Вот если они есть, что называется, замечательно. Если нет, ну при всем моем уважении к метеоритам Омской области, пусть это будут просто метеориты. Если же я чего-то не знаю, пожалуйста, так сказать, просветите, буду рад. Вывал леса, который вы показываете, до какой категории у вас относится? Вы же отнеслись к этой категории, да? Еще категория раз тунгусско-подобных, когда вы показывали фотографию, вывала лес. Да. Это категория тунгусско-подобных? Я сказал, что это внешне похоже, по крайней мере, по форме взрыва. Но при этом отметил, что впервые мы столкнулись с элементами, которые явно не вписываются вот в эту структуру. В частности, меня в первую очередь поразило, что мы столкнулись с жертвами среди животных, чего никогда не было ни на Тунгуске, ни на других тунгусско-подобных взрывах. Ну, естественно, из этого следует, что явно мы столкнулись с чем-то другим. С чем я пока не имею. Почему? Там описано много мертвых животных.
Я не знаю, какими вы пользовались источниками. Я сам был на Тунгуске, успел застать еще очевидца взрыва, успел поговорить с людьми, которые были до войны. О погибших животных не знает никто. Значит, ни одного погибшего животного я не видел ни на Витимском, ну, в общем, не буду перечислять еще раз все эти случаи, я не видел никогда. Вадим, давайте да. Что-нибудь поинтереснее. Проект «Стерео» американский, слышали? Да, у нас уже да. Время. Как уже вы к нему относитесь? Правда ли, что там нашли? Американцы. Ну, это ответ очень долгий. Если честно, я не могу занять однозначное мнение, поддерживаю я или нет. Скажу так, очень осторожно. Пока я призываю не доверять всему тому, что об этом пишут. Его зачем взорвали? Его не взорвали, его не сбили, его никто не атаковал. Значит, два доказательства. Во-первых, существует всего одна единственная видеозапись, на котором некий, так сказать, на самом деле блик догоняет летящий метеорит. То есть, подчеркиваю, это блик. Снято это через треснувшее лобовое стекло автомобиля. Со всех остальных ракурсов снимали то же самое, и на других видеозаписях этого летящего тела или ракеты, или НЛО нету. И второе, когда мы с помощью волонтеров, с помощью таких же, как вы, людей, искали обломки, я всем им в присутствии журналистов, так чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что какие-то спецслужбисты замалчивают это дело, я всем ставил задачу на месте эпицентра, на месте взрыва собирать любые обломки, не только те, которые похожи на метеоритные, но и все, что, как бы сказать, все, что подозрительно. В результате тащили все, начиная от обломков тракторов, заканчивая обломками самолетов, и даже принесли какой-то два обломка, которые действительно были похожи на обломки сбитого шаттла какого-то с теплоизоляцией. Вот это, что называется, едва не поставило нас в тупик, а вдруг все-таки это правда. Но разгадка оказалась интереснее, оказалось, это вот местные краеведы сказали, это первый случай в истории обнаружения древней плавильной печи у нас в районе. То есть до этого мы не знали о таких печах, как бы сказать, и эти обломки перекочевали в местный краеведческий музей. То есть, просуммирую, ни одного обломка, чего бы то ни было, искусственного происхождения, ракеты, противоракеты и так далее, там не найдено. Ну, я уже не буду углубляться в подробности, типа того, что у нас на Земле нет противоракет, способных догнать тело, летящее на скорости 18 км в секунду. Поэтому, если бы оно было... Мы же про инопланетян вообще-то говорим, миф-то есть? Значит, хорошо, последнее. Значит, если бы кто-то сбил этот метеорит, я бы его наказал. Потому что в случае, если бы он долетел сам, не взорвавшись до той точки, куда он летел, он бы повредил гораздо меньше человеческих строений, чем взорвавшись в воздухе. Потому что туда, куда он летел, это район Верхнего Атляна, это безлюдные горы. А взрыв практически над Челябинском привел к человеческим ранениям. Ну, в общем, короче говоря, наказать надо этого взорвавшегося, да. Несколько лет назад появились видеозаписи о треугольном НЛО над Кремлем. Это правда или нет? Нет, это не фейк. Люди, которые это сделали, это реальные случайные очевидцы. Они выложили в сеть, поразились реакцией, как бы сказать, зрителей. Реакция была такая, надо же, как повезло этим несчастным, их теперь расстреляют за то, что они раскрыли страшную тайну о том, что инопланетяне прилетают в Кремль. И эта страшная тайна, в общем, понятно, что их теперь этих очевидцев убьют, потому что, значит, они раскрыли вот эту вот загадку. Значит, эти ребята бедные быстро стерли, значит, свою видеозапись, ну, она уже гуляла без них. Вот, и страшно боялись выходить на связь. Вот, ну, мы с ними вышли на связь, успокоили их, что никто их не собирается убивать. Это никакая не страшная тайна, это оптический блик. Конкретно блик от этого самого катка, ледяного катка, который периодически строится в зимнее время
на Красной площади. Вот в тот момент, в конце ноября, когда они снимали, каток залили, прожекторами его подсветили, и вот блик от этих прожекторов в результате вот так и случился. Ну, давайте последний вопрос. Давайте. Да. Так что никого не расстреляли. Про кыштымского карлика откуда информация, что их несколько было? Если этого нашли уже, так скажем, мертвого, вы говорите, что были еще живые. Почему этот более известен, а не те другие? Ну, почему более известен, о нем писали, о нем слагали легенды, о нем делали художественные фильмы, поэтому и хорошо известен. А мы, может быть, не делаем своих художественных фильмов, поэтому о других менее известен. Но я об этом не скрываю, я об этом постоянно рассказываю, и сейчас бы, может быть, рассказал. Ну, давайте вот, когда закончится в кулуарах, если кому будет известно, интересно. Но лучше, конечно, это собрать рюкзак и поехать на место, и там вы это все увидите, составите свое мнение. Хотите, я не навязываю, опять же, что это случай, имеющий там, доказывающий, что это некое инопланетное существо. И вот в качестве ответа на вопрос, покажите одного там, живого или мертвого пришельца, как меня просят, я, к сожалению, не могу его продемонстрировать, ну нет у него клейма, что он родом с другой планеты. Но информации, которая говорила бы вот, о более чем странном его происхождении, весьма-весьма много. Значит, откуда известно про других? Во-первых, очевидцы, их много достаточно. Очевидцев, они чаще всего не фигурируют в многочисленных желтых передачах. Есть очевидцы, там местные, как сказать, мелкие начальники, назовем так, обойдемся без фамилий, которые рассказывают нам, но не хотят выпячиваться на телевидении, потому что видели, как это преподносится на телевидении. Некоторые передачи, как бы сказать, не буду повторять, жутко смотреть. Значит, самое главное, среди доказательств, конечно же, я понимаю, доказательства в виде рассказа очевидцев, наверное, для кого-то неубедительны. Не настаиваю на этом. Но есть весьма интригующие доказательства в виде, например, работы, закрытой работы местного ядерного центра. Ядерный центр Снежинск, который находится совсем неподалеку от место, где происходили эти события. События происходили на пятачке, примерно там несколько километров на несколько километров. Озеро Анбаш, поселок Каолиновый, Кыштым и лес, где садилось НЛО, где появились впервые 4 или 5 карликов, вот, которых видели очевидцы. Это все как бы очень близко, и с другой стороны леса закрытый ядерный центр. И вот в момент, когда все эти события происходили, охрана ядерного центра, сами понимаете, это не пенсионеры с толстыми пузами, это службисты, так сказать, из известных нам органов, пришли в ужас, потому что рядом с их ядерными, с их очень охраняемым объектом, они обнаружили пробоины от воздействия очень мощного лазера. То есть в момент, когда происходила эта посадка, почему-то, так сказать, лес был испещрен вот такими вот дырками обожженными, которые насквозь прожигали деревья. Такое состояние сделать сейчас у нас на Земле только очень мощный боевой лазер. Количество боевых лазеров в России можно пересчитать по пальцам одной руки. Где они находятся, очень хорошо известно. Кто притащил лазер в лес возле ядерного центра и с воздуха обстреливал деревья, во-первых, зачем, почему, с какой целью, не спрашивайте меня, не знаю. В общем, есть множество вопросов, на которые пока нет ответов. Но, подчеркиваю, там целая цепочка вот увязанных между собой событий. Может быть, увязанных, может быть, пока мы не сумели увязать. Но так или иначе, эти все события происходили в одном месте в период с июля по август 96 года. И после этого, так сказать, там наступило затишье. А что касается карликов, я сказал, один карлик погиб в 96 году, о нем хорошо известно, его имя теперь знает весь мир.
Второй карлик погиб в 2002 году, о нем ничего практически, я имею в виду, в СМИ нету, хотя как бы я не скрывал и рассказываю об этом. Судьба остальных неизвестна пока, хотя их видели там периодически, в том числе и после 2002 года. Последний раз видели около 10 лет назад. Последний раз. У нас время за... Хорошо, я извиняюсь, что много осталось еще за кадром. Ну, с вашего позволения, во-первых, спасибо организаторам огромное. А во-вторых, я не убегаю прям быстро, и, может быть, там возле выхода из библиотеки, там на какие-то вопросы оставшиеся, может быть, так сказать, мы поговорим. Да, все, спасибо. Большое.